Надо искать вот направление реализации цемента. У нас его хватает. Цементники когда-то меня просили в два раза увеличить производство цемента и модернизировать. Вложили деньги, модернизировали. Надо в этом направлении действовать и постепенно возвращать и кредиты. Но для этого надо и на внешних рынках эффективно работать. Потому что там у нас проблем было очень много. Я даже подозревал, что кое-кто там создает эти проблемы, особенно в направлении России. Да, там не так просто с Россией работать. Ты же сам знаешь, да, что там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция непорядочная. Да, Александрович, все задачи, которые поставлены вами по цементным предприятиям, вот, мы видим возможности и реальные их реализации. Особенно на внешних рынках. Сегодня мы диверсифицировали поставки на экспорт по цементникам. Это больше ушли на европейский рынок. Польша. А спрос есть? Есть. Уже по первому кварталу текущего года у нас прирост пошел по Польше. Латвия хорошо берет. Поэтому внешние рынки мы держим. Но главный внутренний рынок. Это важно сегодня. Здесь есть недоработки. Мы это устраним. Я очень настороженно воспринимаю вот это попытки приватизировать предприятия, особенно в Гродно. Но это уже крайний случай. Надо все-таки раскрутить предприятие, чтобы оно работало. Так оно, если продавать его, там дороже будет. Но я не хотел бы продавать эти предприятия. Я просто еще раз повторяю, это вот, ну, как масс. Ну, у вас такие сейчас куски, что если вы их поднимете, просто будете знаменитыми людьми в нашей Беларуси. Ну, так сложилась ситуация, что ваше направление сегодня, ну, может быть, кроме Белтопгаза, где у нас более-менее там ситуация нормальная, специалисты у нас издревле хорошие, а тут у нас провалы приличные. Шнур Александрович, с учетом принятых вами решений, продавать завод, кстати, нет никакого смысла. Все решения приняты, только эффективно работать на внутреннем и внешнем рынке. Вот основная задача. Да, ну и смотри на руководителей. Если они не понимают и не хотят работать, ну тогда пускай идут или на пенсию, или на другую какую-то работу. Во-первых, вам спасибо, что вы не отказываетесь возглавить тяжелые участки работы. Мы в долгу не останемся. Только главное, чтобы было чисто и честно с вашей стороны. Вы знаете, что я имею в виду и где я не могу просто вас защитить. Не потому, что у меня там власти не хватает. Это противоречит моему внутреннему настроению и содержанию. Коррупция – это позор. Да слушайте, берут же так, что стыдно порой. Вот главное, чтобы у вас здесь сложилось. А так вы люди опытные, толковые. Я думаю, что должно получиться.